Всем привет, с вами Тимоха, Жека, Нил, кому как удобней. В общем, к сути ролика мы переходим. Сегодня я хочу вам показать и высказать свое мнение по поводу обновления, которое будет скоро на серверах Намальск Roleplay, это КРМП, это Криминальная Россия. Вот, я так себе отношусь к этому проекту, конечно же. Много чего мне нравится, много чего не нравится, вот. И сегодня я решил все-таки сделать обзор на это обновление и высказать свое мнение по поводу за и против, в общем, этого видосика. Вот, и, кстати, все ссылочки будут в описании, там на Намальск и так далее и тому подобное. Если здесь наберется 100 лайков, я буду снимать на серверах Намальск. Ну а дальше вот посмотрим. А вы заранее ставьте лайк. В общем, погнали. Блин, вот сразу же быстренько тут останавливаю и говорю, вот меня знаете, что вот раздражает в таких видосах, вот Амазинг так делает, Радмир так делает, и вот теперь Намальск так делают. Показывают картинки, где пиксельные животные еле перебегают, где там пиксельные еще что-то, где пиксельные игра 2003 года. Ну это я так, конечно, уже перегнул. И вот эпичная музыка прям, знаете, показывают это все детское такое игрушечное, вот эти вот города, блин, такая музыка эпичная, блин, это, ну это типа прикольно, ну блин, я не знаю, кому это нравится вообще, мне это, блин, бесит уже. То есть могли подложить какую-то приятную, спокойную музыку, типа, а не такую эпичную, типа, вот, посмотрите, у нас в игре есть животные, или, типа, вот, посмотрите, у нас в игре есть обновление. Нет, блин, ну это мне не нравится, это конкретно претензии к видео, смотрим дальше. Мы покажем вам новое обновление на нашем проекте. Присаживайся поудобнее, мы начинаем. Для семей были добавлены рейтинги, очки опыта и система войны за территорию. Каждое воскресенье система будет выбирать топ-10 семей, которые лидируют по набранным очкам. Очки можно заработать, выполняя различные действия, связанные с семьей. Например, воровство боеприпасов с военных складов. Семье присвоится свой номер, и уже с понедельника каждый вечер начнут проходить битвы за территорию. Всего их 100. По итогам недели будет проводиться подсчет выигранных захватов. Составу лучшей семьи будут присваиваться различные бонусы и достижения, которые сохранятся в истории вашего аккаунта навсегда. Вот, блин, вот это прикольно. То есть создаете фаму, там, с ней захватываете территорию, выходите в плюс, там, да, получаете всякие плюшки. Это довольно-таки прикольно. Конкуренция – это залог успеха, залог прогресса, поэтому я всеми руками за. Это действительно прикольно. Вот, после вот этого обновления, то есть, ну, после вот этого, когда ведут это обновление, я вот смотрю этот видеоролик, и мне больше и больше хочется пойти играть на Намальск. Была добавлена система животных. Полноценные NPC с искусственным интеллектом бродят по нашим лесам. Вы сможете встретить волка, медведя, оленя и другие виды животных. Добытое мясо и шкуру можно использовать в системе крафта, либо продать на продуктовом рынке нашему NPC-продавцу. Рынок находится возле автовокзала в городе Арзамас. А после полуночи в лесу лучше не находиться. Там будет появляться страшный йети, который нападает на людей. За его поимку объявлена хорошая награда. Также мы доработали... Это просто охуенно. Вот это реально круто. И нормально, и они молодцы, и сейчас нигде такого нету, а они молодцы. Вот это реально классно. Вот понимаете, даже если на сервере не будет никого, ни единой души, только вы можете взять ствол и пойти в лес на охоту, где вы увидите животных, тем более разных, которые бегают, которые могут на вас напасть, еще там всякие йети. Намальск, вот за это большущий лайк и круто. Опять же, смотрите, мы на Амазинге, когда Амазинг нас кормил 5 или 7 видосами, где они там рассказывали нам про то, какое глобальное обновление будет классно, мы тоже с открытыми ртами смотрели на это все, плакали вот такими слезами, думали, побыстрее бы это все будет. Ввели, мы сказали, ребята, заберите это все нахер обратно. Ну, я так, плюс-минус. Вот, надеюсь, на Мальском будет немножечко по-другому, надеюсь, тут все будет прикольно. Интерфейса теперь сохраняются после выхода. Для медиков добавлена команда лечения наркозависимости. Добавлены индикаторы голода и жажды. Добавлены новые маршруты дальнобойщиков. Снижен налог мафии для бизнесов. Был возвращен старый всеми вами любимый спидометр. Вот, они уменьшили налоги. Хотя, видите, я говорил то, что на Амазинге налоги, так еще и на Намальске налоги. Вы задолбали, сука, с этими налогами. Нам в жизни этих налогов хватает. Нахер эти налоги, нахера мафиям и там и ОПГшникам в
казне миллионы, на что им тратить? Они дерево там покупают и металл там по 2000 за 100 килограмм, им по шее просто хватает. Нахера им эти деньги, блядь? И понимаете, они типа крышуют бизнес, там вот мафия крышует бизнес, но они никакого отношения не имеют к вашему бизнесу. Если приедут бомжи полить ваш бизнес, они не придут. Если приедет кто-то печатать, мафия не поможет. Ничего, это бессмысленно, это тупо, это не продумано, это такой глупняк, это просто высасывание денег. Опять же, смотрим дальше. Для новичков мы добавили систему общежития. Теперь абсолютно любой игрок до 5 уровня сможет за символическую плату в 5000 рублей заселиться в общежитие. Жильцам будет доступен личный транспорт. Но советую вам не дебоширить и не шуметь, иначе пожилая вахтерша вышвырнет вас вместе с вещами из общежития. Вот это, пожалуй, одно из самых прикольных тем. Общага. Общага в КРМП, вот за это прикольно. Ну, правда, до 5 уровня можно жить, это очень печально. То есть, там я бы и в 30-м жил бы там. Общага — это прикольно. Во-первых, это там движняк. Во-вторых, там есть NPC. В-третьих, вы можете за недорого там жить. В-четвертых, вы можете иметь транспорт там. И в-пятых, это все РПшно. Это, блин, очень прикольно. Вот понимаете, я говорил, нужен в криминалке, всегда должен быть дух 90-х. Криминалка — это игра, которая должна передавать атмосферу тех 90-х. Ну, все уже от этого отходят. Блин, ну это опять же мое мнение. Смотрим дальше. Для СМИ мы добавили систему телеканалов. Теперь любой игрок, находясь за телевизором, сможет смотреть прямые трансляции с двух телеканалов. Теперь, после смерти, игрок будет на 5 минут попадать в загробный мир. Он наполнен кучей тварей, которые будут хотеть забрать вашу душу. Но не стоит бояться, ибо в данной локации обитает старина Иваныч. Блин, у меня куратора в Шраге звали Иваныч. Блин, ну это прикольно. То есть то, что вы попадаете в загробный мир на 5 минут, это прикольно. С одной стороны, вы попадаете туда, вы можете порубиться с Иванычем за свою шкуру, да, это прикольно. Но с другой стороны, если вы играете с друзьями, там какая-то движуха, след бизнеса, покупка дома или еще что-то, и вы попадаете в 5 минут на вот эту вот дичь, я не знаю, тут и плюс, и минус. В общем, напишите в комментарии, вам кажется то, что это плюс, или то, что минус, то, что добавит загробный мир в Намальске. А мы смотрим дальше. Я думаю, то, что поровну. Который борется с мерзкими тварями и дает каждый раз попробовать им новую порцию свинца. После выделенного времени вы очнетесь в больнице. Добавлена новая работа – ферма животных. Мы реализовали ее как полноценный бизнес по прототипу нашей наркофермы. Владелец сможет почувствовать себя настоящим сельским бизнесменом. Также мы добавили на фермы дополнительный транспорт, с помощью которого сотрудники фермы смогут доставлять новых работников. Блин, вот это круто. Ферма — это всегда было круто. На Сампе, в КРМП, да везде. Это очень прикольная тема, это атмосферная тема. Мне очень нравится, только вот здесь животные NPC, они как бы не боты, то есть они не шевелятся даже. Это печально. Ну а так, блин, Намальск, вы стараетесь прямо вот в плоти лица, вы молодцы. Но опять же, я вижу, то есть, да, будут проскакивать такие фишки, где надо будет, ну, желательно задонатить, да, там. Вот, типа, налоги там, мы с вас сдираем бабки, да, там все дела. Ну ладно, давайте не будем про плохое, смотрим на то, что нам показали в видеоролике. Пока меня практически все устраивает, ну мне нравится. То есть я уже очень хочу поиграть здесь, обязательно даже модпак скачаю их, не погнали дальше смотреть. Ладно, там дальше уже окончание. Вот, друзья, ну, блин, я очень впечатлен, то есть Намальский изначально, когда появился, он задавал темпы, то есть там мост вот, вот поднимается в Южном, еще что-то, довольно-таки интересно, я вот прям думал поиграть, потом вечно желание отпадало, так как я сильно увлечен Амазингом. Что я хочу сказать, как игрок, который, ну, не очень часто заходит на Намальск, да, я вот пробовал играть, мне понравилось, ну, что-то я его забросил, я даже не помню, что, просто, ну, не было времени, по-моему. Вот, очень прикольно. Вот, друзья, я считаю то, что они молодцы. То есть, очень прикольно. Давайте отбросим вот эту вот фишку, то, что там это все делается ради доната и так далее и тому подобное. Донатить вас никто не заставляет, и вы можете просто зайти и поиграть. Мне понравилось это то, что животные... Вот, мне понравилось то, что добавили общагу, вот, мне понравилось то, что вот загробный мир добавили, это разнообразие, это прикольно, это очень забавно, это классно. Мы заходим в эту игру, чтобы поиграть и отдохнуть, понимаете, а не париться. Вот, поэтому я считаю, это будет годное обновление. Намальск, блин, вы молодцы, мне очень понравилось. Я вот как игрок на КРМП, который вот смотрю за всей этой движухой, слежу, что где обновляется и так далее и тому подобное.
Мне очень понравилось. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх, подписываемся на канал, ждем новых видеороликов, подписываемся на все мои соцсети, ссылочки в описании, естественно. Ждем обновления от Номальск. Вы молодцы, мне очень понравилось. Ждем. Очень ждем, вот прям с нетерпением ждем. Все, друзья, давайте увидимся в новых видеороликах. Номальск, удачи тебе, крепись, будем следить за твоими обновлениями. Всем огромной удачи, всем до скорых встреч, увидимся в новых видеороликах. Всем пока-пока. Подпишись на мою официальную группу ВКонтакте, ссылочка в описании по данному видеоролику. Подпишись на мой Инстаграм, ссылочка тоже в описании по данным видеороликам. Обязательно подпишись на мой Твиттер, добавь меня в друзья в Одноклассниках, также подпишись на меня в Фейсбуке.